парни, новый сезон. Спартак, Оренбург. Привет, меня все еще зовут Иван. Я все еще барабанщик спартаковской Украины. До встречи на секторе. Короче, друзья, сегодня постараюсь вам показать, как выглядит трибуна глазами барабанщика. Возьми эти, они легче, а ты слабенький у нас. А что сегодня была за растяжка на польском языке? Это растяжка в поддержку заряжающего пузырского Леха, которого после последнего тура арестовали, якобы. Кони московские! Кони ростовские! Здравые идеи мы, конечно же, примем к сведению и обязательно их используем. Все, парни, вперед Спартак, Боже Спартак, храни. Увидимся на трибуне. Привет, меня все еще зовут Иван. Я все еще барабанщик спартаковской ультры. Ладно, ладно, не расстраивайся. Сегодня на самом деле хороший день, потому что сегодня стартует новый сезон. А это значит, что мы все соскучились по футболу и торопимся на трибуну. Сегодня будет аншлаг. И сегодня мы должны шизить за всю хурму. Уже через пару часов... Какой через пару часов? Боже мой, да я опаздываю. До встречи на секторе. Парни, новый сезон. Спартак, Оренбург. Ваня, я, его камера. Короче, и все мы, кто смотрит этот выпуск, кто был на футболе. Друзья, тебе вопрос первый. Как доехал? Отлично, отлично. Видишь, успел? Тучи собираются. Надеюсь, дождя все-таки не будет, потому что... Обратно как ты будешь ехать? Если будет дождь. Плыть. Будешь плыть. Успел, все хорошо, снял материальчик? Конечно. Сейчас мы вам покажем, или уже показали материал, как Ванька мчал на мотике. Все так, успешно. Самое главное, правила дорожного движения не нарушаем. Короче, друзья, сегодня постараюсь вам показать, в принципе, краски всего первого тура. Как выглядит трибуна глазами барабанщика. Как выглядит трибуна глазами нас, дорожки. И вообще, какая будет атмосфера, все зависит только от вас, парни. Новый сезон, нужно выложиться по максимуму. Мы начинаем. Ты красава, давай, беги, барабань. А мы все это дело вам покажем. Друзья, ну вот я и добрался до нашего красавца стадиона, но прежде чем я туда отправлюсь, хочу вам рассказать о нашей новой идее. Сегодня камера отправляется со мной на сектор, и мы попытаемся заснять все глазами заводящего, глазами барабанщиков. Если эта идея зайдет, ставь лайк и напиши в комментариях, что бы ты еще хотел увидеть нашими глазами. А мы попытаемся это сделать для тебя. Вперед! Какие-то Илюшины еще старые палки, кстати, захватил. А мои палки-то где? Твои. А, вон они. Одни мои вот такие, как раз, которые я тогда делал, и его. Медленнее давай, какие проблемы? Не, барабан круто, когда разгоняется, тогда он дает. Нет. Друзья, как вы могли заметить, у нас на секторе появился флаг, посвященный Женьке Нагату. У
нас, как обычно, садится камера, поэтому мы идем ее сейчас заряжать. Первый тайм подходит к концу, и постараемся ко второму тайму подзарядиться. Ну и после матча пообщаемся с нашими заводящими. Еще дождь вообще лютый, ну а что делать? Приходится только снимать. Все ради вас, братва. Друзья, закончился матч, мы по трибунке Севера, с нами Валера. Валера, привет. Всем привет. Ну давай, как у нас есть заряд, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Как сегодня тебе поддержка на стадионе? По мне неплохая поддержка, видно, что люди соскучились, старались все, гнали команду вперед. Сегодня использовали там несколько новых тем, какие-то зашли, какие-то нет. Были определенные, конечно, проблемы с рассинхроном, где-то заходило, где-то нет, но я думаю, будем работать, будем продолжать. А что сегодня была за растяжка на польском языке? Это растяжка в поддержку заряжающего Познанского Леха, которого после последнего тура арестовали, якобы за призывы к массовым беспорядкам. Парни, приходите, шизите, поддерживайте все новые темы. А самое главное, вносите свои все предложения, пишите нам в соцсетях, все читаем, все рассматриваем. И не забываем, что на трибуну все в красном приходим, чтобы у нас эта трибуна была в едином стиле. Я думаю, многие смотрели чемпионат мира, и многие обратили внимание, что сборная поддержка их была в едином стиле, это смотрелось очень красиво. Давайте продолжим эту традицию, мы давно ходим в красном все. Все на футбол. Привет, парни. Твои мысли по первому матчу, по шизе, что... Слушай, я немного подтормаживал, потому что я очень устал с дороги, я кое-как успел на матч. Вообще, ну, мне понравилось, есть позитивный вектор, пусть скрипя зубами, кряхтя, но стараемся делать синхрон с верхом. Сегодня вот Валера уже сказал, у нас такие технические моменты были, что мы пытались синхрон сделать за счет технических средств каких-то. В принципе, все понравилось. Небольшие мои тупки только мне не понравились. Но я еще раз говорю... Ну, ты втянешься в сезон. Подустал я. Вместе сегодня... Ну, а так в целом все хорошо. Погода, кайф. Вообще духота, правда, была сначала. Сейчас дождик немножко разбавил все. Победа. Отличное начало сезона. Будем смотреть, что дальше. Нас впереди ждет еще Европа, поэтому... Репетиции, которые вы проводили да. в межсезонье, сегодня что-то удалось из того, что вы репетировали? Нет, не удалось за счет того, что я, опять же, оттормозил немного и не успел зарядить «С детства мы гордимся». Но в подтрибунке до матча парни пели, и пело много людей очень с северной трибуны, и получалось очень мощно и круто. По трибунке обязательно приходите, мы до матча собираемся по трибунке, поем. В этот раз очень мощно получилось, прям, ну, хорошо попели, очень много народу было. Призываю всех
приходите по трибуночку, попоем до матча заранее. Кто приходит раньше, обязательно подтягивайтесь, будем петь. В перерыве тоже будем петь, у кого рот не будет набит хот-догами. Если есть у кого какие идеи, пишите в комментариях. Будем все рассмотрим, обо всем подумаем, все поразмыслим. Здравые идеи мы, конечно же, примем к сведению и обязательно их используем. Если есть еще какие-то идеи по поводу пения, вообще по поводу трибуны, тоже все говорите. Нам нужен с вами диалог. Все, парни, вперед, Спартак, Боже, Спартак, храни. Увидимся на трибуне. Бенедикт на завтрак, Бенджамин на обед и ужин. Двигаюсь с азартом, как Эден Азар или Клинтон. Я суечу на завтра. Нечеткость мыслей, как во сне, не знал никто. Узнают все Каррера, Массимо в игре.